Джувань, твоя внутренняя энергия пока слаба. Давай научу тебя владеть мечом. Конечно, но у меня нет меча. У меня есть старинный меч. Брат Хун. Джувань — член семьи Мужун. Ей не подобает учиться владению мечом у семьи Фу. Джувань — моя будущая жена. Не думаю, что ей не подобает заранее изучать наше искусство меча. Ты это слышал, брат? Мне подобает учиться мечу у семьи Фу. Брат Хун. Но ты и Джувань еще не женаты. Может быть, ей не подобает учиться этому сейчас? Я был обеспечен. Ачун, ты внимателен. Джувань, учись навыкам фехтования у Чуна. Я буду обучать тебя позже. Не будет поздно. Ты это слышала? Иди и учись владению клинком у меня. Не мешай занятиям Хуна. Ачун... Почему ты так противишься моему общению с Джувань? Это ты ее ко мне приблизил или все-таки нет? Ладно, если не хочешь меня учить, я пойду к Фухуну. Опять та же уловка. Можешь только оставаться здесь. Тебе нельзя выходить. Или ходить к Фухуну. Такой мелочный. Что ты сказала? Я сказала... Ладно. Не трогай. Положи. Не трогай это. Ты мне не разрешаешь трогать ни то, ни это. Теперь ты даже не разрешаешь мне выпить воды? Потому что это моя комната. Хорошо, это твоя комната. Тогда пойду в комнату господина Фу. Он ко мне не питает неприязни. Я сказал, тебе не разрешается ходить к Фухуну. Этот чай... Здорово! Хороший чай! Конечно! Ты пробовала его раньше? Я не богачка. Как я могла пить такой хороший чай? Где ты его купил? В Дзяньане. Неудивительно. Он куплен в городе Дзяньань. Когда разбогатею, туда я тоже съезжу. Она и правда не имеет отношения к Дзяньаню. Ты пробовала его раньше? Я не богачка. Как я могла пить такой хороший чай? Где ты его купил? В Дзяньане. Неудивительно. Он куплен в городе Дзяньань. Когда разбогатею, туда я тоже съезжу. Она и правда не имеет отношения к Дзяньаню?
Ты и правда, молодой господин Мужун. Тут только самые лучшие книги. Давай разотру для тебя чернила. Оставь. Сифен, принеси мне обувь. Сифен, где мой таз? Сифен, где мой пояс? Чашки в доме молодого господина и правда другие, даже вино слаще. Но оно не стоит того, чтобы я снова спускалась с горы. Нужно раздобыть что-нибудь еще. Все равно Си здесь нет, я могу свободно входить и выходить. Вы только взгляните на это. Это личная печать второго сына дома Мужун, Мужун Чуна. Она настоящая. Если это подделка, заплачу вам в 10 раз больше. Мужун Чун, о котором мечтает каждая девушка. Это его полотенце. Полотенце. С этим полотенцем все равно, что принимаешь ванну с самим Мужун Чуном. Вот, понюхайте. Оно еще пахнет ароматом тела Мужун Чуна. Сегодня распродажа. Всего по 10 лян. Ваши подруги будут вам завидовать.
Конечно, можно торговаться. 20 лян, я его хочу. Я хочу 30 лян. 30 лян? Кто даст больше? 30 лян. 30 лян. Ни за что. 50 лян. 50 лян? Так много? 50 лян. Я всегда ценю честность в бизнесе. Не заключаю плохих сделок. 50 лян, дай мне их. Мне так завидно. Оно мое. Я тоже хочу. Что еще есть? Я тоже хочу. Успокойтесь. У нас есть другой товар. Что это? А что еще? Обувь Мужунчуна. Обувь. Успокойтесь, дамы. Тут хватит тем, кто еще ничего не купил. Его кисть для каллиграфии, его чашки и палочки для еды, книги Мужунчуна и его тазик для ног. Тазик для ног. Тазик для ног. Начальная цена 10 лян. 10 лян. 10 лян? Кто даст больше? 20. 30. 30 лян. 40 лян. 40 лян. 50 лян. 50. 100 лян. 100 лян. Так дорого.